предложение, которое подготовил юрист Кизердава, я с ними не ознакомлен. У меня есть проект, который подготовил председатель комитета правового Дауд Хутаба. Вот этот вариант недавно он сам принес мне, я, значит, ознакомился с этим вариантом. Документ длительное время прорабатывался. Вы, наверное, об этом знаете, что документ в апреле прошлого года был направлен в парламент с тем, чтобы и профильные комитеты, и специалисты, правоведы парламентские ознакомились с этим документом. К сожалению, этого не произошло. И мы подписали ту редакцию, которая всем известна. Мы исходим в государстве из того, что институты власти друг другу доверяют. Это первое. Второе, общество и население доверяет своим институтам, парламенту, избранному президенту и так далее. Понимаю, что вопрос может иметь некий интерес со стороны общественности. Мы такое решение приняли на стадии проекта соглашения. Я исходил из того, что в парламенте того созыва и сейчас примерно такая же картина. Представлены были совершенно разные депутаты с разными взглядами политическими. И мы ждали некое обсуждение, некую поддержку, так даже я сказал бы, потому что, возможно, там могли быть предложения, которые улучшили бы это соглашение, учли бы. Вот таким шагом мы надеялись на то, что начнется определенная общественная дискуссия, можно было парламентские слушания и так далее. Как это сейчас делается, да? Бывшие депутаты, определенный круг бывших депутатов прошлого созыва эту проблему сейчас начали обсуждать. Это хорошо, что они обсуждают эту проблему сейчас. Плохо, что они ее не обсуждали тогда, когда они были депутатами парламента и обязаны были это обсуждать. Вот это плохо. Но вы знаете, мы не можем себе позволить вопросы обсуждать со всеми подряд. Есть определенные институты, к которым мы обратились. И мы думали, что этого будет достаточно. Сходили из этого. Когда говорят о том, что все это было сделано в том числе для того, чтобы об этом не узнала общественность, я с этим не могу согласиться, потому что все депутаты получили этот документ, там есть резолюция председателя парламента, ознакомить всех депутатов, распространить. Ну вот мы ждали эту дискуссию, мы ждали эту поддержку, но ее не последовало. Новый состав парламента состоит во многом из опытных депутатов. Я исхожу из того, что эти депутаты люди ответственные, и я убежден в том, что парламент примет правильное и взвешенное решение. Еще одна для меня важная деталь. Как я это вижу, когда мы обсуждаем вопросы межгосударственных отношений с Российской Федерацией, эта тема очень чувствительная. И в этих вопросах, как правило, наше общество в основном было консолидировано. Все, как это мне казалось и кажется по сей день, понимают роль и место России в судьбе современной Абхазии. И депутатскому корпусу, которому придется принимать решение то или иное, надо будет руководствоваться такими соображениями. И поэтому я думаю, что они примут выверенное и правильное решение. Я на это рассчитываю.